Максим Акбаров поработал барменом, правда, только на экране. Актер снялся в первом международном инстаграм-ситкоме «Play with me». В нем создатели проекта с юмором рассказывают зрителям о дружбе, вечеринках, новых знакомствах, но самое главное – об ответственном потреблении алкоголя. Как я понял, по сюжету и сценариям я играл самого себя. То есть я играл Максима, который тусуется, который гуляет, ходит там и так далее. Ну, в том плане я говорю, что мне не надо было изображать кого-то. Я просто показывал через себя ситуации, которые всем близки у нас, молодежи. Ну, то есть это тусовки, это дни рождения там и всевозможные гулянки какие-то. Почему-то все меня именно с этим ассоциируют, в действительности это не так. Но пришлось опять показывать и вновь в эту шкуру окунаться. Компанию на съемочной площадке Максиму составили и другие известные личности. Среди них Назыма Гадельбек, Денис Стародубцев и Адиль Лиян. Все они играли друзей Акбарова. Некоторые из них впервые оказались перед камерой, однако войти в роли как следует сыграть оказалось не самым сложным. Настоящие трудности крылись в другом. Самое сложное было найти интернет там, где мы снимались, на локации, потому что в здании не ловил ни один мобильный оператор. Это, кстати, вот, ну, есть о чем задуматься. Адрес могу тоже потом подсказать, но там не ловил интернет, и провести день без интернета, без возможности поделиться, что, ребят, мы на съемках, у нас весело, классно, это было сложно. Кстати, съемки проходили не только в Казахстане, Россия, Украина и Польша тоже приняли участие в столь масштабном проекте. Равшана Куркова, Ирина Горбачева и Ван Дорн. Каждая страна снимала своих героев. Всего получилось 40 15-секундных роликов. Ну а вы уже можете оценить первые эпизоды ситкома в социальной сети Instagram.